Всем-всем большой привет! Хочу показать свой заказ в компании Faberlic по третьему каталогу. В этот раз было много карточек, у меня даже была одна карточка на 70% скидки, кажется, на средства для дома. Я взяла на эту скидку концентрированный стиральный порошок. Ни разу у меня такого не было. Взяла для цветного белья на 20 стирок. Очень хотелось попробовать, тем более по 70% скидке. Просто смешнючая цена у меня получилась. Я сейчас вам даже, наверное, скажу. 120 рублей. Со всеми скидками он мне вышел в 120 рублей. Хотела именно для цветного, потому что много детских футболок, они все разноцветные. Ну и свои вещи, конечно, много цветного, и постельное цветное. Хочется, чтобы цвет не терялся. У меня он в артикуле 1-1, 2-2-3. Вот такой интересный. Из больших бутылочек у меня есть из дома Faberlic еще средство для мытья посуды. Его взяла моя подруга себе. Она взяла с яблочком. Приятный очень такой аромат. Мне, по крайней мере, очень нравится. У меня в компании накопилось 60 баллов, и я сразу решила их тоже потратить, потому что не уверена каждый раз, что в следующем каталоге буду делать заказ. Но, тем не менее, заказы не пропускаются, все равно делаются. Но 60 баллов я решила так практично потратить на средства тоже для мытья посуды, но взяла с ароматом малинки, потому что сейчас то, чем я пользуюсь, у меня прямо уже все на исходе. Как раз получилось вовремя. Ну и так как баллы выгодно очень, бесплатно же получается. Следующее. Практически все было по акциям. Новинки. Так, первая новинка у меня убежала. Ну ладно. Новая серия Оранжери не так давно выпустила вот такие новинки. Это с ароматом розы и сандала. Если брать по два средства, то было более выгодно. Вот здесь такие вот цены в третьем каталоге были. Если два, то по спеццене. Подруга у меня взяла гель для душа и водичку, освежающую водичку. Увлажняющая даже она еще. Эти водички хороши тем, что они без спирта. Правда, они не очень стойкие. Кому-то они сильно нравятся, кому-то не очень. Но у меня подруга не первый раз уже берет такие воды в Faberlic. Ей очень нравится. Я потестировала аромат вот в водичке. Ну, как я раскрутила, вынула, понюхала, послушала. Ну, приятный аромат. Приятный аромат розы. Его действительно перебивает немножко сандал. На любителя. Кому нравятся такие ароматы, очень даже приятно. Дизайн флаконов на высоте. Настолько мне понравилось. И еще одна была новинка. Также в серии Оранжери. Османтус и Лимонагрос. Это чуть-чуть свежее аромат. Он приятный. Кстати, держится достаточно долго. Тоже я также водичку открутила. Подруга сказала, все тестируй, все смотри, потому что мне самой интересно. Тоже понравился аромат. Ну и тоже хочу отметить дизайн флаконов, конечно, ну очень привлекательный, очень симпатичный. Замечательно, еще одна была серия, не серия, а линейка из этой серии. Это кремы были для рук. Если по каталогу набираете на 299 рублей, то можно взять один любой крем для рук. И в зависимости от вашего заказа, от суммы, то и кремов количество может быть разное. У меня по всему заказу набралось аж 4 крема. Возможно взять за такую цену. Один взяла себе тоже подруга. Вот я его сюда поставлю. Это ирис и папоротник аромат. Кремы все зафольгированы. Классно, это очень хорошо. И 3 крема взяла себе моя мама. Я говорила, что кремы для рук мы с ней как-то вот у каждого свои, она свое любит. Она любит те, которые быстро только впитываются. Я люблю разные. Мне на ночь один нужен, днем другой. Вот такие вот они симпатяги. Я не знаю, мне кажется, настолько привлекательно. Когда на полке стоит такая красота, ну это очень приятно. Вот так я их поставлю, чтобы
И вас они тоже дизайном своим радовали. Ароматы приятные. Опять же хочу отметить, что ароматы на любителя, у каждого свое. Но в целом мне понравились все ароматы. Те, которые зафольгированы, я не тестировала. Например, вот этот не знаю. А вот эти два ранее. Ну вот, в таких флакончиках ароматики я уже знала. Далее. Было хорошее предложение на зубные пасты. Тоже можно было взять их по 60, что ли, рублей. Вот забыла, по какой цене. Если берете две. Я взяла вот такие две зубные пасты. Первая это My Honey медовая. А вторую вот из новой линейки с афродизиаками, с ароматом малинки. То есть эта зубная паста должна иметь аромат меда. Вот так она смотрится. Она, наверное, тоже, да, все зафольгировано. А вторая зубная паста идет с ароматом малинки. Я такими пастами очень люблю пользоваться вечерами. Либо ими любит пользоваться у меня ребенок. Он такие ядреные, мятные не любит. И вот так выглядит вторая туба. Вот. Ну вот для меня это вот хороший, очень вечерний вариант. Туда их на задний фон. Красоту оставим спереди. Бьюти-кафе в Штруделе была хорошая тоже акция. Возьми два средства по спеццене. То есть наборы. Там было два набора. Один набор было взять невозможно, потому что в наличии ничего не было. Наверное, слишком выгодный. А вот второй набор был. Это гель для душа и вот такое кусковое мыло. Этот наборчик взяла себе моя сестренка. Вот. Будет ее радовать. Но вот второго набора, к сожалению, не было. Гель с мылом стоил 109 рублей. Все вместе. Ну вот по каталогу. Минус еще скидка для представителя. Так, еще у меня была хорошая скидка 55% на колготки. Я сначала так обрадовалась. Думала, сейчас я возьму какие-нибудь тепленькие. Но в каталоге колготок практически не было. И самые тепленькие, которые я смогла себе взять, это были 40 ден. Взяла я в цвете кофе, кажется. А, вот здесь нарисовано, как они вроде должны быть такие утолщенные, да, получается, по верхней части. Взяла я себе двойку, решила, что мне, наверное, тут по весу, да по килограммам должно бы по росту и по весу подойти. Если что, буду срочно худеть, если вдруг мне нужна тройка. Но взяла я двойку. Колготки стоили мне вообще что-то прям совсем немного. Ну, сейчас уже искать-то, наверное. А, нашла. 119 рублей всего вышли мне эти колготки. Вот. Далее, еще одна замечательная была акция. Можно было взять водичку «Мелодия». Она 149 рублей стоила. Взяла себе подруга и взяла себе я. Свою я уже открыла. Взяли мы с ней обе вот слепым методом. То есть мы не знали, чем будет, какой аромат вообще. Ну вот сна такая привлекательная. И я слышала много отзывов, что эта водичка многим очень понравилась. Поэтому взяла в надежде, что мне она понравится тоже. Очень понравился аромат. Я сегодня ее нанесла. Часа три назад, наверное, нанесла. До сих пор она у меня на запястье. Очень приятно, нежно пахнет. Тут я слышу и цветы, и свежесть, и зелень. Не знаю, сейчас, если я быстренько найду ее в каталоге, я вам скажу нотки у этой мелодии. Ну прям очень красивой нашла. Так, фруктовое трио из нот яблока, груши, клубники переплетается с лирическими аккордами магнолии и франжипани. Глубокие ноты пачули, сорбета, пролине в шлейфе. И волшебная симфония. Ну, очень красивое. Яблоко там, я слышу, зеленое. Груша, клубника. Ну, клубника, наверное, она вот правда переплетается вот с кислинкой зеленого яблока.
Ну, приятный, прямо аромат приятный. За 149 рублей, еще у нее же получается и скидка, вообще красота. И еще одну покажу новинку, которую я взяла. В каталоге появились бальзамы цветные. Вот тут написано, что это новинка. Бонус за покупки 79 рублей. И вот три цвета у этих бальзамов. Розовый, натуральный и персиковый. Вот видно, да? Очень меня это заинтересовало. Как бы тут написано, что визуально увеличивает объем губ, увлажняет, смягчает кожу, создает глянцевое сияние, защищает от неблагоприятных погодных условий. То есть как бы всем хорош. Я взяла себе в оттенке 44-121 натуральный. То есть я долго думала взять розовый или натуральный, взяла натуральный. Еще не открывала, мне почему-то захотелось открыть его вместе с вами. И посмотреть, что же это будет за бальзам. На него я отзывов вообще еще не слышала. Но, видимо, я сейчас тоже на своем канале так много времени провожу, что не успеваю смотреть других блогеров. Так, тут вот, вот эта вот штучка так приклеена, что ее никак не оторвать. Зубами. Давайте, добрались мы до бальзама. Вот так он прямо розовый-розовый. Ну, написано натуральный. Давайте попробуем, что в нем натурального. И посмотрим цвет. Никакого цвета я не вижу. Хотя написано, что он оттеночный. Видно, что он дает увлажнение. Очень приятный такой аромат, но цвета нет никакого. Вот он. Видно, да, что я так надавливала, чтобы цвет найти. Видите, даже он немножко повредился. Но цвета абсолютно никакого не дает, а в каталоге как бы заявлено, что он будет иметь натуральный. Ну, натуральный, но это же не натуральный, это бесцветный. То есть под ним натуральные действительно губы, но бальзам получается сам по себе бесцветный. Тут нарисован реальный цвет. Вот. Ну, ладно. Показала. Это был весь мой заказ. Для меня он был интересен. Очень приятно, кстати, бальзамом от руки пахнет. Вот аромат он очень приятный. Довольна осталась очень водичкой, ароматом бальзама. Вообще все было замечательно. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам было интересно со мной. Всем до новых встреч и всем пока.